Британка Назанин Загари Рэдклифф возвращается в Лондон после почти шестилетнего заключения в Иране. Сотрудницу благотворительной организации Thomson Reuters, у которой также есть гражданство Ирана, задержали в аэропорту Тегерана в апреле 2016 года, когда она покидала страну, навестив родителей. Иранские власти обвинили Назанин Загари Рэдклифф в шпионаже, сотрудничестве с западными спецслужбами и попытке совершить в стране переворот. Британку приговорили к 5 годам тюрьмы, а когда срок закончился, предъявили ей новые обвинения по делу об антиправительственной пропаганде и приговорили к еще 1 году заключения. Сама женщина все обвинения отрицает. Петицию в ее поддержку подписали несколько миллионов человек, а ее муж объявлял голодовку и ночевал в палатке у британского МИДа, надеясь повлиять на дипломатов. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что команда переговорщиков работает в Тегеране и добивается освобождения Назанин Загари Рэдклифф. В выходные британки вернули паспорт Соединенного Королевства, что заставило многих поверить в то, что женщину наконец выпускают на свободу.